Приступаем к выполнению нашего берета. Важно оставить открытые петли в начале полотна, поэтому начинаем с бросовой нити. Выполняем набор бросовой нити. Провязываем несколько рядов бросового полотна. Каретка справа. Пряжа 360 метров на 100 грамм. У меня это кашемир в три сложения. На счетчиках 0. Провязываем первый ряд. Переходим на частичное вязание. В следующем ряду оставляем в рабочем положении 37 игл. 3 иглы справа переводим в передний нерабочий положение. Провязываем один ряд. Слева направо выполняем обвив. Каретку возвращаем. С правой стороны в работе оставляем 33 иглы. Провязываем один ряд. Слева направо. Выполняем обвив. На счетчике четвертый ряд с левой стороны. Переводим в переднее нерабочее положение иглы. В работе слева оставляем 25 иглу. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны 29 игл в работе. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. Слева на счетчике шестой ряд. С левой стороны в работе оставляем 20 иглу. Остальные иглы в передние нерабочие положения. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 24 иглы. Провязываем один ряд. Слева направо выполняем обвив. С левой стороны оставляем в рабочем положении 12 игл слева от 0. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 19 иглу справа от 0. Или плюс 19, как иногда мы говорим. Выполняем обвив. С левой стороны вводим в рабочее положение иглы по 25 включительно. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны в работу вводим иглы по 29 включительно. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. С левой стороны все иглы в работе. На счетчике 12 ряд. С левой стороны вводим в рабочее положение все иглы. Провязываем ряд. В 13 ряду 4 иглы вводим в рабочее положение, 33 иглы в работе. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. Каретку возвращаем справа налево. На счетчике 15 ряд и 37 игл в работе справа. Провязываем ряд, выполняем обвив. Каретку возвращаем. 17 ряд на счетчике и с правой стороны одну иглу вводим в рабочее положение. Провязываем ряд, выполняем обвив. Каретку возвращаем на счетчике 19 ряд и переводим в переднее нерабочее положение 3 иглы. 35 игла в работе справа. Выполняем обвив. На счетчике 20 ряд с левой стороны переводим в переднее нерабочее положение. 15 игл в работе. Оставляем 25 иглу. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны переводим в переднее нерабочее положение иглы
по 30 включительно. В работе справа плюс 29 игла. Проводим ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны переводим в переднее нерабочее положение иглы по 19 включительно. С левой стороны минус 18 игла в работе. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны переводим в переднее нерабочее положение 5 игл. В работе справа плюс 24. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. 24 ряд тащечки с левой стороны. В работе оставляем минус 12 иглу. Остальные в переднем нерабочем положении. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем плюс 19 иглу. Остальные в переднем нерабочем положении. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. 26 ряд на счетчике и с левой стороны вводим в рабочее положение иглы по 25 включительно. Провязываем ряд справа налево, выполняем обвив. Справа вводим в рабочее положение иглы по 29 включительно. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. 28 ряд на счетчике. С левой стороны все иглы в рабочем положении. Провязываем ряд справа налево. С правой стороны 4 иглы вводим в рабочее положение. 33 включительно. Игла в работе. Провязали ряд. Выполнили обвив. Провязали ряд справа налево. На счетчике 31 ряд. С правой стороны 4 иглы вводим в рабочее положение. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. Провязываем ряд справа налево. В 33 ряду 3 иглы справа краевые. Переводим в переднее нерабочее положение. Все иглы в работе. Провязываем 2 ряда. На счетчике 35 ряд и с правой стороны 3 иглы переводим в переднее нерабочее положение. Провязываем один ряд слева направо, выполняем обвив. Слева в рабочем положении оставляем минус 25 иглу, остальные иглы в переднем нерабочем положении. Провязываем ряд справа налево, выполняем обвив. Как видите, вяжу я без грузов, прекрасно вяжется, нигде ничего не слетает, благодаря щеткам вивинга. Есть один минус в щетках вивинга, возможный минус для кого-то. Это все-таки для того, чтобы при частичном вязании не запутывалась пряжа в щетках вивинга, рабочую нить придерживаем перед началом ряда. Но зато мы получаем изделие, связанное без оттяжки полотна. На счетчике 37 ряд. С правой стороны переводим в переднее нерабочее положение. Иглы по 30 включительно. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны в работе оставляем 18 игл. Остальные в переднем нерабочем положении. Выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 24 иглу. Остальные в переднем нерабочем положении. Провязываем ряд, выполняем обвив. В 40 ряду в работе оставляем слева 12 игл. Слева от 0. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем 19 иглу справа от нуля. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. В 42 ряду с левой стороны оставляем в работе 25 иглу со знаком минус. Провязываем ряд справа налево, выполняем обвив. А в 43 ряду вводим в рабочее положение иглы по 29-ю включительно. Провязываем ряд, выполняем обвив.
44 ряд на счетчике. С левой стороны все иглы вводим в рабочее положение. Провязываем ряд справа налево, с правой стороны. 4 иглы вводим в рабочее положение. Провязали. Выполнили обвив. Каретку вернули. 47 ряд на счетчике. 4 иглы вводим в рабочее положение. Провязали один ряд. Выполнили обвив. И каретку вернули. 49 ряд на счетчике. Одну иглу вводим в рабочее положение. На счетчике 49 ряд. Одну иглу вводим в рабочее положение справа. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. Каретку возвращаем. На счетчике 51 ряд. Одну иглу справа переводим в переднее нерабочее положение. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. И провязываем ряд справа налево. На счетчике 53 ряд. И с правой стороны в работе оставляем 33 иглы. Провязали ряд слева направо. Выполнили обвив. Провязываем ряд справа налево, предварительно выведя в переднее нерабочее положение Е. Иглы слева до 25-й. С правой стороны 55 ряд на счетчике. Оставляем в работе плюс 24 иглу, остальные в положении Е. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны оставляем в рабочем положении 18 иглу. Провязываем. Ряд слева направо, предварительно справа, убрав в переднее нерабочее положение Е, 5 игл в работе справа, плюс 19. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. 58 ряд на счетчике. И слева 12 игл оставляем в рабочем положении, остальные в положении Е. Провязываем ряд, выполняем обвив. 59 ряд на счетчике с правой стороны. Вводим в рабочее положение 5 игл. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны вводим в рабочее положение иглы по 25 включительно. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. 61 ряд на счетчике с правой стороны. Вводим в рабочее положение 3 иглы. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны все иглы вводим в рабочее положение. Провязываем ряд справа налево. На счетчике 63 ряд. С правой стороны вводим в рабочее положение 4 иглы. Провязываем один ряд слева направо, выполняем обвив. Провязываем ряд справа налево. С правой стороны 3 иглы вводим в рабочее положение. Провязываем 66 ряд. Таким образом, мы с вами провязали 4 из 16 клиньев лепестков. Четырежды повторите эти же самые операции. Вся шапка-берет у вас займет 4 раза по 66 игл. Итого 264 ряда. Оставшиеся петли перенесите на бросовое полотно. Закончите шапку выполнением лицевого петельного шва.